всем привет, и скоро Новый год наступает, так что хочу поздравить всех своих подписчиков, всех своих просто зрителей с этим праздником новогодним, таким вот, видите, теплым, красивым. Вот у нас в Аргентине 40 градусов жары на этот праздник, вот солнечно, елки такие красивенные. Значит, у вас, наверное, там у многих такое же тепло, а у многих такой же снег сейчас, лыжи, мороз, трещит. Так что надеюсь, что у всех погода очень хорошая, потому поздравляю всех с наступающим. Желаю счастья, желаю много денег, мира, потому что в некоторых странах идет война. Так что желаю, чтобы она прекратилась, чтобы все самое плохое осталось в этом 14-м, чтобы в 15-м было намного-намного лучше. Хотел сказать спасибо за то, что мне пишете, за то, что меня смотрите, потому что это помогает мне самому меняться. Эти видео, которые я начал снимать 1.5 года назад, меняют и меня, и ваши все. Потому что интересно снимать, когда кому-то это нравится, когда тебе пишут, когда тебе подсказывают. Ты раскрепощаешься. Раньше много я боялся говорить на камеру, а теперь в связи с тем, что людям нравится, люди мне отвечают хорошо, я сам меняюсь. Так что огромное-огромное вам спасибо. С наступающим Новым годом и до следующих видео. Пока!